Был на красный. Вот этот долбоёб уже понял, ездит уже давненько. Алло. Он ездит. Он за ним гаишник. Данный вот из-за такого пидораса. Понял? Вообще пиздец. Вот из-за такого пидораса. Регистратор снял, прикинь. Все, а это все снял. Что сделать? А нихуя не сделать. Сказать что-нибудь гаишнику, что у меня регистратор. О, бля! Все. Капец. Как стало это все? Все понятно. Ни хрена себе. А как он так? Живые люди хоть нет? Ну как? Тормози. Аварийку. Да, я как бы ее из троих, вот я тебе сразу сказала, я как бы если выбирать из троих, если вообще там будет все печально, вот ее можно как бы вот из троих такой. Ой, ой, авария. Ай-яй-яй. Авария. Нет. Да, перед. Ужас какой-то. Все куча аварийка, ничего. Всем, кто ловил сегодня утром, сказали, нас не могут не узнать. Я продолжаю отмечать новый уикенд в таких новых. До полудня по Москве эфиром скомандуете вы. Я, Сергей Андреев, показываю вам в этом деле всяческое содействие. В основном, конечно, информационное, сообщая, кто с кем. Блядь. Как она башкой всадилась, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. И он курит себе дальше.